12-летняя Валерия Бутыльская ездит верхом с 3 лет. Говорит, научила мама. Тренируется в клубе «Зеленый бор» каждый день. Здесь же, на ипподроме в Сычково, на конной фиесте, Валерия вместе со своим пони по кличке Клюква приняла участие в первых скачках. Обошла соперников и пришла первой. За победу поощрила четвероногого друга Сахаром. Сначала я не самой первой была. Я сначала третьей, потом второй была. А потом уже обогнала. Меня начали догонять, но я все равно сильнее начала бежать. Меня Клюква. И я все быстрее вырвалась все-таки. Фестиваль «Под открытым небом», где в центре внимания благородное животное, прошел в Бобруйском районе уже во второй раз. Здесь в скорости и грации состязались скакуны и пони. В этом году в соревнованиях приняли участие 6 конно-спортивных клубов. Здесь, на родине, надо показать людям, что лошади умеют и скакать, и прыгать, и участвовать в шоу-программах. И дети на пониках могут и ездить, и скакать. Ну, люди, мне кажется, должны знать, видеть это. Это все-таки один из красивейших видов конного спорта. 18-летняя Бажина Кучерина занимается конной акробатикой уже 3 года. На фестивале она представила казачий клуб «Ермак». Девушка признается, лошадей любит с самого детства. Это и помогло определиться с профессией. Бажина учится на ветеринарного врача и души не чает в своей напарнице. Она полукровка, мешанка. Ее зовут Мирабель. Ну, вороной масти, черная. Вот. Очень хорошая, спокойная кобыла. Она чувствует очень сильно, как к ней относится вот это вот все. Тематические конкурсы, мастер-классы и катание на лошадях. В этот раз фестиваль без скрытого манежа собрал сотню любителей конного спорта. Отдохнуть и провести время с пользой приехали жители всей округи. Здесь им предложили оценить полевую кухню и познакомиться с хендмейдом местных ремесленников. Мария Бресневич, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.